Ну а нам, ребята, выдали наш секретный купон. Вот показываю чек. Смотрите, вышло у нас все 179 рублей. Хай-хай, нет, еще раз. Спасибо, что включил с тобой Герасев. И, ребята, Блин, нет, что-то слишком холодно. Пошли все-таки. Спасибо, что включил. Спасибо, что включил с тобой Герасев. И, ребята, сегодня будет новый секретный купон. И, честно говоря, купоны мне уже немножко надоели. И поэтому вам сообщаю, что останется порядка 4 или 5 видео, связанные с купонами. Потом я буду менять контент. И он даже сейчас как бы есть вкрапление. И вы наверняка смотрите это все с охранниками, с колой, со всей вот этой историей. Вам это тоже очень все нравится. Спасибо большое. Ну, просто купоны, во-первых, попадают все время в тренды. Спасибо вам большое, ребята, за это. А во-вторых, блять, ветер, ну, сука, успокойся по-братски. А во-вторых, это реально круто, это реально помогает экономить кучу денег всяким бич-студентам, таким как я, школьникам, ну и просто людям, которые не хотят тратить лишние бабки. Поэтому у нас сегодня будет новый бомбезный купон для KFC. Это один из старых купонов, который был предоставлен водителям GetTaxi, потому что KFC и GetTaxi как-то коллабят. И он до сих пор работает, я сейчас проверил, сам офигел. И это будет чизбургер Deluxe, который один стоит 130 рублей, плюс картошка стандартная, плюс кола стандартная, это тоже там 70 и 70. Короче, скидка там получается почти 50%. Все вместе нам это обойдется, по-моему, в 170 рублей. Ну и все, я уже как замерз. Пойдемте быстрее загреться и кушать. Бедный купон 37,77. Что такое от него? Чизбургер, картошка, пепси. А чизбургер какой? Делюкс. Все, спасибо большое. Ты... Давайте, можно покажете? Да. Ребята, как вы видели, я попросил ее купон 37,77. А там почему-то на кассе выходит 37,76. Это, наверное, связано с тем, что купоны эти все уже потерли, удалили, но 37,77 почему-то в базе остался, он выбивается, короче, как-то очень странно. К тому же эти купоны не работают в терминалах самообслуживания, только на кассе. Купон попробуем 37,77, который я говорил. Нет такого. Ну давайте для чистоты попробуем 3776, который как бы пробивается якобы. Тоже его нет. Вот видите, нажимается, тоже нет. Сейчас заберем вам все, покажем, как это выглядит, и посчитаем нашу общую выгоду. Вот, кстати, ребята, мы сели, я обратил внимание, нам выдали купон, KFC теперь рекламирует. Смотрите, помните, у меня видео было про темный бургер? Только вот здесь они это блюдо выдают при наличии вот такой как бы бумажки. Вот здесь, ребят, будет подсказка, и в конце вот вылезет эта заставка, где я рассказываю, как получать этот купон без вот этих физических купонов. Ну, а нам, ребята, выдали наш секретный купон. Вот показываю чек, смотрите, вышло у нас все 179 рублей, хотя только один бургер стоит 130. Кола, видите, это не маленькая кола, она стоит 70. И картошка стандартная, я, правда, уже поклевал отсюда, тоже стоит 70 рублей. Опять же, я не фудблогер, чтобы вам там показывать, как это вкусно, невкусно. Вот это обычный крутой бургер. Ребят, я напомню, что, к сожалению, рубрика с купонами потихоньку заканчивается на канале. Если вы хотите, чтобы она продолжалась, обязательно ставьте лайки. Давайте наберем здесь 20 тысяч лайков, и я сделаю топ 5 самых секретных купонов KFC, так сказать, напоследок, которые на данный момент работают. А ты обязательно подписывайся на канал, ставь лайк этому видео, обязательно ставьте колокольчик, а то что-то мало уведомлений стоит на моем канале. Ну а с тобой был Герасев, пока-пока.